Всем привет! Меня зовут Диана Болдырева. Я тренер по мужским стрижкам в школе Деметриус. И на данный момент я провожу курс «Мужские стрижки с нуля». В группу мы набираем не больше 8 человек, чтобы я могла подойти к каждому, уделить внимание, каждому поставить руки, каждому что-то показать, рассказать. Меня зовут Антонова Надежда, я приехала из города Первомайска Нижегородской области. Здесь я приехала обучаться с нуля на мужские стрижки. Школу Деметриус я выбрала из-за того, что здесь очень много предоставляется практики. Мы отрабатываем по 2, а кто и по 3 модели в день. Меня зовут Михаил. Приехал в школу Деметриус для того, чтобы научиться стричь и просто прокачать свой навык, улучшить, приобрести новые знания и посмотреть на мир парикмахерского искусства по-другому. В этом мне помогают тренеры школы Деметриус. Даем уникальную технику, с помощью которой вы можете подстричь любую стрижку, не изучая какие-то шаблонные приемы.